«Солнечный концерт», лауреат и обладатель гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Образцовый хореографический коллектив «Театр танца «Нон-стоп»». Художественный руководитель Елена Александровна Юферова. Встречайте, танцевальная композиция «Муха». И ждут ваших аплодисментов. Фотографическая композиция «Про осу». Она взяла и села у медведя на носу. Очень злая коса, вот какая коса, вот какая коса, нехорошая. Мишка этого не снес, рассердится он всерьез. А коса за это больно укусила Мишку нос. Очень злая коса, вот какая коса, вот какая коса, нехорошая. С той поры оса должна по лесам летать одна. С ней жить никто не хочет, всем известно, что она очень злая оса. Вот какая оса, вот какая оса, нехорошая. Браво, браво, молодцы, дети! Молодцы! На нашу сцену мы приглашаем следующих наших юных участников, несмотря на свой небольшой танцевальный опыт. Совсем недавно они приехали с большого конкурса и стали не просто лауреатами первой степени, но даже получили степень гран-при. Встречайте, танцевальная композиция «Цыпа».
анекдоте. Молёте. Книжку я не почему. Даже балетом. Но самое любимое у них – это танцы хип-хоп. Встречайте наших юных воспитанников театра танца «Нон-стоп» и их композицию «Малыши-крутыши». Для вас выступают воспитанники танцевальной корпорации «Д-Куб», руководитель Дарья Бочкарева. Эй, девчонки! Let me help you say.
студенческого коллектива театра танца «Нон-стоп» «Колыбельная». Спи, детятка, почивай, свои глазки закрывай, стану петь я распевать, колыбель твою качать. Ходит сон по синичкам, дрема под окошечком, о, как сон-то говорит, я скорее усыплю. А дрема ты говорит, я скорее удремлю. А как сон ты говорит, где бы колыбель найти, где бы колыбель найти, поскорее усыпить. Висит колыбель во высоком терему, во высоком терему, шитым браном полож. На серебряных кольцах, на кленовом очепу, на кленовом очепу, на шелковом пояс. Васька, охотник, ходи, мою детку не буди. Спи, усни, та ж дорого, вставай весело, вставай весело, на улице рассвело. Все девочки очень любят мечтать. Особенно хорошо мечтается долгими зимними вечерами. Для вас танцевальная композиция «Мечталица». Постелится снег, закроет ночь своей рукой.
Браво! Ходит конь по бережку. Спасибо.
Встречайте, танцевальная композиция «Как по нотам». Тучку бедную простили.
география гастролей, выступлений, конкурсных у нашего коллектива очень большая. Но мы никогда не были во Франции. И, возможно, когда-нибудь наша мечта обязательно осуществится. Встречайте, танцевальная композиция «Мимолетности». Thank you.
Thank you.
актер. Thank you.
Хорош! Дорогие зрители, огромное вам спасибо за внимание, за теплые аплодисменты. И рады пригласить на все наши творческие концерты. А сегодня для вас выступали творческие коллективы муниципального автономного учреждения Центр развития творчества детей и юношества «Танцы плюс», образцовый хореографический коллектив театра «Танцы нон-стоп» и танцевальная корпорация «Д-Куб». Огромное всем спасибо! Макару Алену Анатольевну, Новожилову Анастасию Владимировну, педагог Центра «Танцы плюс», хореограф театра «Танцы нон-стоп», педагога и хореографа предмитера Шерву Анну Александровну, Гущину Алину Эдуардовну, Юперову Елену Александровну. Она у нас зрителя в зале, может быть, приветствуйте, что вы любите. Дорогие наши друзья, разрешите от имени наших слушателей, благодарных слушателей, благодарить вас за замечательный концерт. Педагогическому коллективу муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества «Танцы плюс», ректорат и слушатели Ивановского городского народного университета «Третий возраст» благодарят вас за подаренный праздник для наших людей. Спасибо благородный труд по воспитанию молодежи за объявитие у них любви к искусству. Желаем вам здоровья, творческой энергии, молодого задора, большого личного счастья и мирного неба над головой. Низкий вам поклон за ваш труд. Огромный! Итак, друзья мои, а это руководитель всех этих замечательных коллективов. Это директор департамента нашего Ивановского образования, уважаемая Елена Александровна. Будьте любезны, Елена Александровна, поднимитесь на сцену. Здравствуйте. Ректорат и слушатели Ивановского городского народного университета «Третий возраст» благодарят вас за поддержку, чуткое отношение и вашу личную заинтересованность в создании мостика взаимопонимания между юным подрастающим поколением и мудрым старшим поколением. Желаем вам здоровья, творческих успехов, удачи во всех начинаниях и мирного неба над головой. Большое вам спасибо и низкий поклон. До новых встреч, дорогие друзья! Всего вам доброго!